Алло. Алло, здравствуйте. Парень, это девки по вызову. О, замечательно. Я просто боялся это произнести. Я как бы хотел кое-что. Короче, 5000 рублей час без анала. О, супер! Супер, что без анала. Просто не хотел бы, чтобы мне кто-то что-то засовывал в жопу. Без ее анала. А! Так еще лучше. Дело в том, что у меня нет денег как бы на целую проститутку. У вас есть одноногая проститутка? Конечно, есть. 3,5 часа. Супер! Просто дело в том, что это тоже не до конца правда. У меня на самом деле и на одну ногу не совсем хватает. У вас есть, безногая проститутка? Да, будет стоить 2,5. О, отлично! Супер! Вот это мне подходит. Только... Тоже не совсем. У вас есть проститутка без ног и головы? Короче, мудила, я отправлю тебе теплую вагину в коробке. Спасибо, буду ждать. Ну да, как-то так. Жми на кнопку и подписывайся на наш веселый канал. Обзоры, рецензии, новости и прочая инфа по состоявшимся и не очень метал-коллективам. Ссылка в описании.